А на это глянь. Оно как замок. Папа говорит, что Маше там. Я знаю, что евреев есть тоже рай. Конечно, есть. Ты же не думаешь, что у всех людей рай одинаковый? Антон! Schnell ins Haus! Schnell ins Haus! Антон, Эмма, weg vom Fenster! Was ist Mama? Когда вы убеждали богобоязненных колонистов прятать зерно, вы решали, кому жить, кому нет? Du bist der letzte Mann in der Familie, Anton. Du sollst hier nicht zu Staub werden. Жизнь чертовски несправедливая штука, но прожить вам ее доведется. Никто за вас это не сделает. Он уже твой. Бери, теперь ты мой брат. Замочите еврея, только вывезите в лес подальше. Наш, а почему евреев не любят? И время для эмоций. Время крушить и строить. А время любить. А есть у немцев один рай? Что, что получается, когда я умру? Я никогда не увижу тебя. Зачем мне такой рай? Какой-то дурацкий рай, если там нету друзей. Тебя. Уходи отсюда, я тебе говорю! Антон zeigt seinen Kopf noch in den Wolken.